какой-то придурок ехал с горы на большом тяжелом грузовике. Ему все сигналили и кричали: «Ты что еще за джингл белл с горы?» Но он их не слышал, потому что у него в кабине было тепло. «Джингл белл с горы, джингл белл с горы, куда ты едешь зимой? Ты только что сбил медведя, придурок!» «Джингл белл с горы, джингл белл с горы, куда ты едешь зимой? Да пошли вы к такой-то матери, я просто еду!» Огромный грузовик ехал долго и остановился около бара. В деревне никто не знал, к чему здесь появился этот джингл белл. Но когда из кабины выпрыгнул мужик в красном пальто, все догадались. К ним приехал Дед Мороз. «Джингл белл с горы, джингл белл с горы, куда ты едешь зимой? Ты только что сбил медведя, придурок! Джингл белл с горы, джингл белл с горы, куда ты едешь зимой? Да пошли вы к такой-то матери, я просто еду!» Наконец-то настал джингл белл. Наконец-то настал джингл белл. Эй, дед, давай подарки. Кому мотыгу, кому фотографии Памелы Андерсон, кому краски и кисти. А медведя, которого ты сбил на горе, отдай леснику. Ведь джингл белл приходит к нам только раз в году. Джингл белл с горы, джингл белл с горы, куда ты едешь зимой? Ты только что сбил медведя, придурок. Джингл белл с горы, джингл белл с горы, куда ты едешь зимой? Да пошли вы к такой-то матери, я просто еду.